Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 8-летняя девочка из Сортировки стала жертвой телефонного педофила. Извращенец больше года названивает школьнице и навязывается в гости. Мама ребенка обратилась в полицию, однако результатов пока нет. Началось все с того, как появились вот эти надписи. Это было, получается, лето 2015 года. Осенью уже начались звонки. Поддержка творческого потенциала педагогов-музыкантов и формирование положительного имиджа. В областном центре состоялся конкурс «Шабыт-Шаттыга». Аким области Нурмухамед Абдибеков принял участие в областной спартакиаде по зимним видам спорта. Целый год 8-летняя школьница из Сортировки живет в страхе. Педофил, называющий себя дядя Тимур, терроризирует ее звонками и интимными беседами. Маленькая София после таких бесед стала замыкаться в себе и боится выходить на улицу. Мама малышки обратилась в полицию, однако помощи от них не дождалась. В итоге женщине пришлось уволиться с работы и постоянно сопровождать дочь. Это аудиозапись, разговор педофила с маленькой Софией. Слушать дальше, сохраняя спокойствие, просто невозможно. Мужчина нагло напрашивается в гости к ребенку, а взамен обещает расцеловать ее всю. Также он предлагает девочке заняться сексом. Мама Софии с ужасом рассказывает, что эти звонки не прекращаются вот уже больше года. Правда, в полиции, по словам Елены, заявление у нее приняли только в августе текущего года. Так как он стал напрашиваться в гости к ребенку, он стал говорить, какая ты красивая. Ну, то есть я поняла, что уже дело идет к тому, что неизвестно, что он может сделать с моим ребенком. Мне пришлось рассчитаться с работы, сопровождать, охранять везде ребенка. Сотрудникам полиции сказала представить охрану моему ребенку, пока ведется следствие, потому что тоже мне нужно работать. Все, они сказали, у нас такое не предусмотрено. Елена уверяет, что педофил названивает на домашний телефон именно в ее отсутствии. Стоит ей выйти за порог, как извращенец начинает терроризировать Софию. В полиции, со слов матери, раскрыть преступление не спешат. Стоит мне выйти из квартиры, из подъезда, как будто он наблюдает, тут же начинаются звонки. Соответственно, у меня круг сузился. Я сразу поняла, что это кто-то из нашего района, что это кто-то это. На данный момент имеется подозреваемый. Им нужны санкции, санкции прокурор не дает. В отчаянии женщина решила обратиться к журналистам. София слова матери подтвердила, но рассказать, что именно они обсуждали с незнакомым дядей, она постеснялась. Школьница решилась написать все на бумаге. Содержание шокирует. Ясно одно, девочка не могла выдумать все сама. Боюсь, что он за мной следит. Что я боюсь выходить на улицу, потому что, думаю, что как будто он будет за мной ходить, там украдет меня куда-нибудь. По словам матери ребенка, пока о ее ситуации знают немногие. Она благодарна классной руководительнице девочки, которая порекомендовала им школьного психолога. Благодаря поддержке педагогов малышка держится. А вот в полиции нам сообщили, что расследование данного дела находится на особом контроле руководства ДВД. Материал зарегистрирован по статье «Развращение малолетних». Для раскрытия преступления создана специальная следственная оперативная группа. Сейчас я хочу на данный момент, чтобы его уже поймали, чтобы мы жили спокойно, чтобы я устроилась на работу. А тем временем информация о педофилах в Карагандинской области появляется все чаще и чаще. Буквально на прошлой неделе еще одна 8-летняя девочка стала жертвой педофила, возвращаясь домой из школы. Маньяк ворвался в квартиру вслед за ребенком и начал ее раздевать. Малышке чудом удалось спастись. Педофила поймали на следующий день. Хочется надеяться, что история Софии закончится более удачно. Айымам Рина Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В
Карагандинской области продолжаются мероприятия в рамках 25 звездных дней. 5 декабря посвящено обществу всеобщего труда. Во всех городах и районах области прошел молодежный флешмоб под названием «Мой труд во благо страны». Особое внимание в этот день уделено ученикам выпускных классов и студенческой молодежи. А в Темиртау провели областной форум «Рабочая молодежь» с участием молодых предпринимателей и рабочей молодежи. Одно из мероприятий, посвященных обществу всеобщего труда, прошло в Техническом университете. Проблемы в сфере геомеханики обсудили на заседании кафедры маркшейдерского дела и геодезии. Представители крупных казахстанских компаний рассказали студентам основную специфику работы и оценили знания учащихся. Подробности заседания расскажет наш корреспондент. Специалисты кафедры маркшейдерского дела и геодезии занимаются решением вопросов, связанных с использованием недр и природных ресурсов. Карагандинский государственный технический университет представляет крупную школу маркшейдерского дела в Казахстане. На заседании присутствовали руководители отдельных подразделений, которые занимаются проблемой геомеханического обеспечения и ведения горных работ, представители угольного департамента, студенты и преподаватели. Это представлены ТО корпорации «Казахмыс». Вы знаете, это самая крупная корпорация, которая ведет разработку месторождений полезноископаемых, меднорудных месторождений полезноископаемых. Здесь представители АО СГПО. Вы знаете, на севере Казахстана есть ряд крупных, значит, месторождений, которые ведет добычу железной руды. Здесь вот представитель геотехнической службы тоже имеется. В центральном Казахстане еще есть такое большое месторождение, это Васильковское месторождение, которое ведет добычу месторождения золота, которое сейчас ведет разработку, это ТО, значит, Алтынтау как Читау. В этом году для Карагандинского государственного технического университета Министерство образования выделило 50 грантов на обучение специалистов в сфере маркшейдерского дела и геодезии. Около 150 человек приняли участие в конкурсе на присвоение грантов. Основная часть – это сотрудники казахстанских предприятий геомеханического обеспечения. Во-первых, думаю, надо продвигаться вперед, не останавливаться на этих заседаниях. Надо организовывать какие-то коллективы или ассамблеи по геодезии. Именно в этом направлении, для решения более таких проблемных и еще глобальных вопросов в поддержку предприятий, которые имеются у нас в Казахстане. В КРГТУ уже начали подготовку геотехников, специалистов, которые в будущем смогут обеспечить рациональную и безопасную разработку месторождений полезных ископаемых. В планах университета создать тесную связь между вузом и производством. Для того, чтобы молодые специалисты были востребованы, преподавателям необходимо знать, какие требования должны быть к студентам. Мы здесь находимся в аудитории, значит, в лаборатории лазерного геосканирования. Впервые вот эту лабораторию открыл, значит, представитель швейцарской фирмы Leica Geosystems Казахстана. Мы можем ее назвать, что она международная у нас лаборатория, в принципе. В этой лаборатории представлены самые современные приборы, которые выпускает швейцарская фирма. Leica Geosystems является лидером по производству геодезического и маркшейдерского оборудования, которое позволяет вести динамическое наблюдение за состоянием массива. Горный сканер, электронный тахеометр с функцией сканирования и прибор глобального спутникового сопровождения. Все эти новейшие разработки будут изучать специалисты, которые в будущем смогут обеспечить рациональную и безопасную разработку месторождений полезных ископаемых. Лариса Хусейнова, Жасулан Муклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня независимости более 35 тысяч карагандинцев получат материальную, гуманитарную помощь и продовольственные корзины. На благотворительность планируется потратить более 95 миллионов тенге. Адресная помощь будет оказана в течение 25 звездных дней, то есть с 21 ноября по 16 декабря. На материальную помощь смогут рассчитывать люди с низким достатком. Благотворительностью будут охвачены более 35 тысяч человек. В течение 25 звездных дней в области запланированы более 500 праздничных мероприятий. На сегодняшний день выполнено на 70%. Проведено свыше 380 мероприятий. Охват составил более 600 тысяч человек. До конца года мы планируем провести еще порядка 130 мероприятий. Особое внимание уделяется проведению мероприятий в рамках 25 звездных дней. С 21 ноября по сегодняшний день проведено уже 176 мероприятий.
Праздничное оформление города ко Дню независимости уже завершено. С 10 по 14 декабря во всех городах и районах пройдут торжественные собрания. На мероприятия прибудут гости, представители различных министерств. В шахтерской столице основное празднование состоится 14 декабря во Дворце культуры «Горняков». В нем примет участие министр по инвестициям и развитию страны. 16 декабря во всех городах и районах области будут проводиться массовые гуляния, праздничные концерты на всех площадках. В завершении только обычно решите отметить, должны быть охвачены все категории населения. 15 декабря в Астане пройдет республиканское торжественное собрание, посвященное 25-летию Республики Казахстан. От нашей области в мероприятии примут участие 22 человека. Это граждане области, имеющие достижения в сфере своей деятельности и внесшие вклад в развитие страны и региона. Айем Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде назначен новый руководитель департамента экологии. Им стал 53-летний Канат Мусапарбеков. С 2014 года до нынешнего назначения он занимал пост директора департамента охраны труда и охраны окружающей среды национальной компании «КазАвтожол». Чиновника представил коллегам аким региона Нурмухамбет Абдибеков. Канат Жантуякович Мусапарбеков имеет два высших образования – инженер-технолог мясомолочной промышленности и экономист. С 1997 года работал на различных руководящих должностях в Восточно-Казахстанской области. В сфере охраны окружающей среды работает с 2004 года. В период с 2013 по 2014 год работал председателем комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан. Городские власти сообщают, что в соответствии с постановлением правительства с 1 января 2017 года за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, предусмотрено вознаграждение до 1000 минимальных расчетных показателей. Вместе с тем, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, защита страны является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Также акимат сообщает, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 273 Уголовного кодекса, в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В школе искусств номер один состоялся региональный конкурс «Шабыт Шаттығы» среди преподавателей детских музыкальных школ. Цель конкурса – поддержка творческого потенциала педагогов, музыкантов и формирование положительного имиджа педагога. В нем приняли участие более 70 конкурсантов. Они состязались на звание лучших в двух возрастных категориях – до 35 лет и старше. Двадцатипятилетний Тохтар Сейлханов живет и трудится в Темиртау. Он молодой специалист, работает в школе искусств имени Газизы Жубановой преподавателем по классу дамбры. Тохтар участвует в конкурсе второй год подряд. В этом году он выступает самым первым. Педагог приготовил на суд жюри два произведения. Я выступаю первым номером, играю Шалхна Ахмета Жаимова. И второй номер у меня Харшы Ахмедяров «Күткенде». Это Шертпеки. Относится к Шертпеки. Сегодня меня поддерживает мой друг. В зрительном зале скромно и строго восседали члены жюри. По их словам, подобные творческие конкурсы помогают молодым специалистам в развитии. Исполнительская педагогика, те, кто занимается, они должны все время быть в форме. Потому что если, скажем так, забросить инструмент, скажем так. Сейчас во всех школах преподают молодые музыканты, поэтому они должны держать свою форму. Конкурс проводится второй год подряд. По словам организаторов, с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году заявки для участия подали музыканты как из нашей области, так и из Астаны и Кокшетау. В будущем конкурс может стать республиканским. На сегодняшний день в Карагандинской области 18 регионов, и практически из всех регионов области заявки были поданы. В данном случае осуществляется работа по трем номинациям. Это солисты, это ансамбли и исполнительское мастерство. Как такового призового фонда у нас нет. Мы даем гран-при, первое, второе, третье место, и все участники получают сертификаты. С
стоит отметить, что участие в конкурсе бесплатное. Гран-при в категории до 35 лет завоевали педагог музыкальной школы номер 2 Асет Абильдин и молодой специалист из поселка Атасу Ирканат Кушенов. Айем Амрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Здоровью нации и укреплению семейных ценностей были посвящены социальные акции, прошедшие в выходные дни. В Карагандинской области продолжается реализация мероприятий в рамках 25 звездных дней в честь 25-летия независимости Казахстана. Суперпапы надевали младенцам подгузники и узнавали голос своего ребенка. А супермамы готовили полезную еду за короткое время. В поликлинике номер 4 провели конкурс, посвященный Дню семьи, одному из 25 звездных дней. Жительница Караганды Жанара Амирова с удовольствием приняла участие в конкурсе. Эту поликлинику Жанара с детьми посещает уже 10 лет. Приятно было участвовать в этом конкурсе. Также в этом конкурсе нам сегодня давали подарки. Мы очень рады, очень было приятно. Самым веселым стал конкурс с обручем, где родители в одной связке с детьми преодолевали различные препятствия. День семьи у нас в поликлинике проходит мероприятие, конкурс «Супермама, суперпапа». Участвуют наши родители с детьми. Конкурс проходит очень интересно. Материальную помощь оказала наша администрация поликлиники. Будем поощрять ценными призами и грамотами. Конкурс «Супермама и суперпапа» в 4-й поликлинике не стал единственным мероприятием, посвященным Дню семьи. В это же время в городах и районах области проходили спортивные семейные соревнования и социальные акции, направленные на сохранение семейных ценностей. Не случайно основные мероприятия по укреплению семьи прошли в лечебно-профилактических учреждениях, поскольку здоровье нации сегодня является приоритетом социальной политики государства. В ряду 25 звездных дней 3 декабря отведено как раз здоровью. В консультативно-диагностической поликлинике областной детской больницы провели день открытых дверей. В честь Дня независимости Республики Казахстан все желающие дети имели возможность записаться через портал КМИС. Графики были выставлены заранее. Все поликлиники были также оповещены заранее. Сегодня ведут прием узкие специалисты, такие как невропатолог, сурдолог, эндокринолог, аллерголог, кардиолог, хирург, уролог, ортопед. Скрининговые обследования, приемы и консультации медиков в рамках общенациональной акции «Денсаулык» прошли в этот день во всех лечебно-профилактических учреждениях области. Было также организовано много акций и флешмобов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Минувшие выходные в Центральном парке Караганды прошло открытие 26-й областной зимней сельской спартакиады «Карлы-Кыз-2016» и 13-й зимней спартакиады «Ах-Кыз-2016» среди городов области. Вместе с именитыми спортсменами на лыжи встал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Этому примеру последовали и многие карагандинцы. Одним из стратегических направлений политики нашего государства является развитие массового спортивного движения. В программу соревнований включены 4 вида спорта – зимнее президентское многоборье, лыжные гонки, хоккей с мячом и конькобежный спорт. В соревнованиях приняли участие 9 районов и 8 городов области. В составе команды 34 человека. Возраст участников от 18 лет и старше. На открытии спартакиады выступил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Здоровье нации является залогом ее успешности. Поэтому, уважаемые земляки, в первую очередь я хотел бы выразить вам огромную благодарность, что вы участвуете в этих соревнованиях, невзирая на различные погодные условия, проявляете интерес к участию в этих мероприятиях. Думаю, что, глядя на вас, многие наши молодые люди тоже будут тянуться к занятию спортом. Хочу вам пожелать в эти дни хороших впечатлений, хороших соревнований, чтобы у вас были достойные соперники и вы добивались высоких результатов на этих соревнованиях. В завершении открытия спартакиады бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Карпов вручил Нурмухамбету Абдибекову книгу благодарности, которая будет находиться в музее первого президента Республики Казахстан. Карагандинская область славится своими традициями. Ежегодно увеличивается число людей, занимающихся массовыми видами спорта.
Все это положительно сказывается на имидже нашей области, являющейся одним из крупнейших спортивных регионов республики. Из-за раннего наступления зимы в спортивных школах города занятия по зимним видам спорта начали проводить еще с 20 октября. Наши дети уже в спортивной школе катаются с 20 октября, потом был маленький промежуток. А так периодически утром, вечером лыжная база открыта для детей возраста от 8 лет и до 15. Приглашаем всех. Утром, вечером приходите, занимайтесь спортом. У нас хорошие тренера, хорошая база, лыжная трасса позволяет. Как отмечает Андрей Геннадьевич, именно молодое поколение не особо увлекается зимними видами спорта. Им нравится футбол, плавание, борьба, но зимой спортсменов становится значительно меньше. То ли морозы пугают, то ли недостаточно информированы. Лариса Хусынова, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Хоккейный клуб «Сарыарка» взял реванш у «Барса» за домашнее поражение в Караганде. Матч высшей хоккейной лиги в Казани карагандинские хоккеисты сыграли с местным хоккейным клубом. «Сарыарка» ехала в столицу Татарстана в отличном настроении. До этого были одержаны две победы подряд. Самое главное, в Альметьевске карагандинцы прервали длительную из 7 матчей неудачную серию. Но вернемся к этой игре. В первом периоде шайб заброшено не было. Счет открыл Олег Ломако во второй 20 минутке. Ну, первая игра немножко неудачно получилась. Старые ошибки не забили. А так, в целом, считаю, хорошую серию провели с сильными соперниками. Чемпионов обыграли. Должок всем отдали, я считаю. В целом, я доволен. И команда довольна, и руководство тоже. В третьем отрезке игры за считанные секунды до окончания матча наставник «Барса» сменяет вратаря на 6-го полевого в надежде перевести игру в овертайм. Однако казанцы допускают ошибку, после которой Павел Копытин отправляет шайбу в пустые ворота. 0-2. Матч закончился победой «Сарыарки». Следующую игру карагандинцы проведут дома. 15 декабря «Сарыарка» примет пензенский клуб «Дизель». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго!